медицинского работника. Сегодня мы пришли в гости к главной медсестре Котовской городской больницы Ларисе Николаевне Дембицкой. Не постесняюсь сказать, которая дала 40 лет своей жизни на благо нашим подольчанам, на благо здоровья наших подольчан и на благо родной больницы. Лариса Николаевна, в преддверии праздника, боюсь, не заметит тот факт и должна заметить, что, наверное, пришли сюда вы еще молодой девочкой. Как прошли ваши года здесь? Давайте чуть-чуть вспомним вот тот начало ваше. Ну, это было очень-очень давно. В 1980 году я пришла на работу на должность операционной сестры Котовской районной больницы на то время. Конечно, многого не знала. Были хорошие у меня учителя, наставники, врачи, медсестры, которые многому меня научили. И я с благодарностью сегодня могу сказать им большое, огромное спасибо, что в то время много их опыт я переняла, который мне пригодился и в своей дальнейшей будущей работе. Свою работу я очень люблю. Очень люблю свое операционное отделение, в котором я почти все эти годы и работаю до сегодняшнего дня. Коллектив, которым я руковожу там и уже и в больнице. У меня, значит, будучи уже главной сестрой, скажу, что в помощи у нас есть совет медицинских сестер, сюда входят старшие сестры. Это очень хорошие все сестры высшей квалификационной категории, которые всегда помогают, всегда понимают, всегда выполняют все назначения, все приказы МОЗовские, которые приходят, которые мы разрабатываем вместе и которые вводим в действие в нашей больнице. Лариса Николаевна, могли бы вы представить когда-то, что на вас будет полностью ответственность за весь медицинский персонал, медсестер, санитарок? Как вы к этому шли? Ну, в принципе, с 1996 года я стала старшей медицинской сестрой операционного отделения. Тогда в отделении было больше 20 человек, и немножечко опыт руководителя я, наверное, приобрела там. И когда уже было предложение этой должности, то, в принципе, понимание есть. Я хочу сказать только одно, что у нас очень хорошие сотрудники, прекрасные сестры, прекрасный младший персонал, который с полуслова понимает все то, что нужно сделать, какие требования к ним предъявляются, что они должны выполнить. И свою работу каждый, который пришел, мне кажется, он ее любит. Просто. Поэтому все получается. Ну, а таким руководителем надо быть и строгим, надо быть и хорошим, надо быть и добрым. Но надо самое главное понимать людей, понимать все ситуации, которые у каждого могут сложиться, и принимать, конечно, хорошие, нормальные решения по отношению к людям, к персоналу. Давайте вспомним тот период, когда в Подольске появились первые больные на коронавирус, и когда нужно было собраться всем силами, мыслями, начинать что-то делать. На ваши плечи легла ответственность за знания, за условия работы медицинского персонала. Расскажите немножко, как вы справлялись с теми трудностями, которые возникали? Вы знаете, никто, конечно, не мог предположить, что будет у нас такой высокий подъем заболеваемости ковидом. Сначала появился один пациент, потом 2, 3, 5. Но когда уже стало 40, немножечко дрожь, наверное, пробежала у всех по спине, потому что первый раз столкнулись мы с такой пандемии и с таким заболеванием, не зная еще и протоколов лечения, не зная никакого хода, не зная, как себя защитить, как себя вести, как это все делать. Но был приказ, конечно, МОЗ 722, в котором были разработаны стандарты оказания помощи, стандарты приема больных, стандарты проведения заключительных дезинфекций, уборок различных и, конечно, стандарты защиты медработников.
Проводилась, конечно, работа очень большая, потому что тяжело было подбирать кадры прежде всего. Так как отделения все были закрыты, потом многие были перепрофилированы в инфекционные отделения. И хочу отдать и сказать сегодня с большой благодарностью детскому отделению, которое все время работало с детьми. Взрослые, они практически не сталкивались со взрослыми пациентами. И они первые приняли на себя, вот когда было переполнено инфекционное отделение, им сразу в день, еще чуть-чуть, они не доделали там все, но уже после обеда им перевели сразу 15 больных. И девочки, конечно, были очень шокированы всем, но тем не менее, они все собрались, все с ответственностью. Ни одна из них не написала заявление на увольнение. Конечно, у каждого и дети дома, и семья дома. Они здесь этих полтора месяца, они полностью находились в больнице, они здесь жили. Как вы справлялись с их эмоциональным напряжением? Ведь они все боялись. Боялись. Говорили, что нас ждет, как быть? Было, конечно, очень тяжело. Тяжело было брать сотрудников с поликлиники, которые вообще не сталкивались с лечением стационарных больных и вообще с работой в отделении. Ну, конечно, большая работа. Это очень морально было тяжело для меня уговаривать, просить, чтобы перешли. Что могли сказать? Я всегда говорила, девочки, все будет хорошо, не волнуйтесь, все будет нормально. Вот недельку вы поработаете, вот и уже не будет больных, и вы пойдете в свое отделение. Но нужно помочь. Мы не можем оставить нашу больницу, все уйти, оставить главного врача одного с этой проблемой и оставить наших врачей-инфекционистов с этой проблемой одних. Поэтому давайте как-то все вместе друг друга поддерживать. Мы формировали так бригады, чтобы была одна более опытная сестра, одна немножечко та, которая сидела на приеме с врачом. То есть, чтобы они друг друга дополняли, помогали, учили. И вы знаете, что многие, которые говорили, мы уже давно не делали инъекции, мы больше работаем с документацией, все то, что давало знания, давало училище, оно все вспомнилось. И они все вспомнили, что они действительно настоящие сестры, сестры милосердия, они действительно начали все выполнять, помогать друг другу, поддерживать. И даже многие говорили, что вы знаете, мы не хотим уже идти туда в отделение, хотим остаться здесь. Мы уже вот как бы в принципе команда. И ну, девчонки молодцы, честно. Вот скажу даже заодно, акушерка у нас. Увольняюсь, не буду. Лариса Николаевна, не буду, не хочу. И все, и мы, главный врач, мы говорили, ну пойди, ну очень хорошая девочка. 2 недели, все, вот я ведь процевываю 2 недели и уходю. А потом все-таки вот она отработала именно в инфекционном отделении, и я ее встречаю, она говорит, нет, я иду назад в свой роддом, я не увольняюсь уже. Я говорю, ну видишь, ты прошла, значит, еще тот путь, который ты должна пройти, который каждому, наверное, был назначен нам, что мы должны это все были пережить, перебороть. И самое главное, вы знаете, наверное, в тот момент, мне кажется, никто не думал о себе, о своих близких, а думали о том, чтобы оказать помощь больным, чтобы они выздоровели. Потому что это очень тяжелое течение заболевания, и очень тяжело смотреть, когда люди в масках, люди задыхаются, и когда человек просит помочь. Вот просто выходит там, допустим, сестра, взять какой-то медикаменты какие-то, лекарственные средства, а ей вдогонку, не уходите, помогите. Поэтому, кто это не видел, кто это не прошел, вот поэтому люди, может, и многие наши жители не верят в то, что это действительно очень серьезная болезнь, и средства защиты, которые сейчас не отменены, должны все же применяться. Должны люди мыть руки, это должно, это в быту, это везде, это постоянно. Не только медработники это должны делать, но и все там, наши давайте жители. Давайте еще вспомним, что на ваших плечах была задача научить персонал пользоваться защитными костюмами, правильно их одевать, правильно их снимать, мыть руки правильно. Расскажите про вот этот участок. Вы знаете, мытье рук, этот приказ еще 2010 года, техника мытья рук, который был утвержден МОЗом Украины. И с 2010 года мы каждый год проводили занятия по
алгоритму по правильности обработки рук. Есть три уровня: социальный, гигиенический и хирургический. И каждая сестра каждого отделения, согласно графику, согласно плану, сдавала зачеты. Поэтому мытье рук у нас отработано было на 5 баллов, или 12, как сейчас, то, в принципе, в этом проблемы научить не было, потому что они как таблицу умножения знали, какие есть движения. Это 6 движений, сколько они должны повторяться по 5 раз, и как втирается антисептик в руки. То есть, ну, конечно, да, немножко сложнее были средствами защиты, потому что нужно было правильно соблюдать последовательность одевания костюма, маски, шапочки, очков, щитка, бахил, халатов сверху. И самое основное – правильность снятия, потому что мы одевались в чистой зоне, и были чистые, обработали руки, одели чистые костюмы. А вот когда выходили с грязной зоны, то нужно, чтобы защитить себя, чтобы не заболеть, нужно было правильно снять. Поэтому на занятиях мы одевали костюмы, мы раздевали их, мы показывали несколько раз в каждом отделении, проводили и старшие сестры, и я, и ночмед показывали, сами одевались, и Валентина Сергеевна, и я. Ну, все буквально сколько, попробовали, сколько, да. Сколько времени примерно занимает, чтобы одеть? Значит, одеть это немножечко быстро, там до 5 минут, а снять немножечко дольше, потому что последовательность есть снятия и две комнаты. То есть мы заходим в одну, потом мы обрабатываем руки, переходим в другую, уже более снимаем все. Все костюмы, конечно, которые были использованы, проходили дезинфекцию, и в последующем экмедичные видходы проходили утилизацию. Обязательно. Сколько примерно вот за сутки вы утилизировали костюмов? Ну, не только костюмов. Сюда в медичные приходы, так как это инфекционная уже наша была больница, можно сказать, перепрофилирована полностью на инфекционную, то с каждого отделения это в пределах до 200 килограмм в день сжигалось. Это сюда входили и отходы больных, и бутылки с лекарства, это и иглы, и шприцы. Это все после дезинфекции проходило утилизацию обязательно. Согласно приказу 325 от 15 года про медичные отходы. Если вспоминать тяжелые, да, недели работы, что было самым сложным вот для вас? Ну, самое сложное было уговорить людей, чтобы они остались и чтобы они выполнили то, что мы должны были выполнить. Научить немножечко. Ну и, конечно, научить правильно раздать еду больным. Заходила сестра, нам куплены были рации, по которым они спрашивали больного, что вы будете сегодня кушать. Первое, второе. Может, некоторые отказывались, другим передавали передачи. Вот. И она по рации говорила вот тому то-то, то-то, в эту палату столько-то. И в одноразовой посуде, которую закупала больница, ну, потом в последующем немножечко помогали нам и родственники пациента, потому что это очень большие затраты, очень большие средства. На это все уходило. И правильность раздачи этой пищи, потому что потом это все тоже должно было, как на личные отходы, должно утилизироваться. То, что приносили больным, не доедали, мы тоже все это обеззараживали и сдавали. Вот правильность, последовательность всего немножечко было сразу сложно. Но я хочу сказать, очень понятливые и очень способные к учебе у нас медработники. Поэтому они все схватывали на лету и всегда говорили: не волнуйтесь, все будет хорошо, Лариса Николаевна, да вы не переживайте так. Мы заходили с Валентиной Сергеевной, делали административные обходы, проверяли. В каждой палате были индивидуальные средства, это и мыло жидкое мы обеспечивали, и бумажное полотенце для больных, и туалетная бумага, все это было, у каждого пациента это все было, и, ну, точно так же и сотрудники. Выходили, конечно, помятые, не такие красивые, уставшие, очень, очень уставшие, конечно, принимали душ, как положено по алгоритму, переодевались девчонки. Кушать, честно говоря, им не хотелось совсем, практически нет. Все стали стройняшками, красивыми, но
тем не менее, да. Было ли такое, что было чувство сплочения некого коллектива? Одна цель, одна такая. Да, было, потому что, я же говорю, многие чужие, которые пришли в отделение, где были свои, как бы отделение, которое проработало там по 10, по 15 лет, девчонки, и тут пришли новые люди, которых просто так встречали. И влились в этот коллектив, и вместе они все, и никто не сказал, что мне вот что-то не нравится, или что-то там наругали меня. Нет. Вот действительно мы дружная, хорошая команда во главе с нашим главным врачом, который точно так же переживал, ходил, спрашивал, что нужно. Девочки, говорите, не стесняйтесь, все купим, все дадим, чтобы только это все прожить, перейти. И достойно, с высоко поднятой головой, потому что, ну как, я считаю, что это самая гуманная, самая лучшая профессия в мире, когда тебе человек доверяет. Самое дорогое, что у него есть, это свою жизнь. И мы за нее, я думаю, боролись с достоинством. Самые дорогие ваши люди, ваши близкие, родные, ваша семья, как поддерживали вас? Ну, у меня сын. Реаниматолог, анестезиолог, он здесь был, ну, тоже со мной, да. Он был на передовой. Я очень переживала за него, прежде всего, потому что у него маленький ребенок, полгода, внучки. Но мы его изолировали, он был отдельно. Он не видел свою семью полтора месяца. Что вы говорили? Только общался по телефону в основном. И невестка высылала фотографии дочки ему на телефон. Как он смотрел, как он, да. Ну, в принципе, он достойно, он прекрасно понимал, что он должен это делать. И он сейчас работает в инфекционном отделении, там те, которые закрылась пока реанимация, на помывку, на заключительную дезинфекцию. Он остался ургентировать. Вот, и, ну, наверное, моя мечта осуществилась в моем сыне, потому что я очень хотела. Да, я хотела его видеть достойным, хотела видеть его, чтобы он с правильностью, с гордостью, с честью, со всей душой относился к каждому пациенту, как к себе, как ко мне, допустим, как матери. Вот, я думаю, что это получилось у него. И тем не менее, у него хорошие учителя, и Вячеслав Михайлович Войт, и Михаил Степанович Чернецкий, который с ним рядом, подсказывали. Ну и опыт работы у него уже, конечно, есть. 5 лет он уже работает у нас в больнице. Поэтому я думаю, что поддерживали все. Его и меня муж поддерживал. Муж меня привозил, увозил, забирал. Когда здесь оставалась, и привозил еду. И понимал прекрасно, что я это должна делать. Хотя... Сегодня уже немножко выдыхаете. Сегодня немножечко стало легче. Какое переосмысление пришло к вам спустя вот эти 3 напряженных месяца, когда сегодня уже вот нет такого наплыва больных? Что сегодня понимаете? Ну, вы знаете, наверное, испытываешь прежде всего радость за то, что уменьшилось количество пациентов, что люди здоровы. Самое основное, чтобы были все здоровы во всем мире, у нас, в нашем городе, в основном, потому что мы здесь живем. Ну, что может переосмыслить то, что что бы ни случилось, какая бы ситуация ни была, не сложилась бы, что мы сильные, что мы дружные, что мы сплоченные, и что мы действительно достойны носить звание медицинского работника. Я думаю, что это самое основное. Ну и то, что меньше поступлений, что, может, люди осознают уже, что нужно соблюдать некоторые правила защиты себя, защиты окружающих, относиться к каждому как к себе. И тогда, наверное, это будет плюсом и будет самое основное. И, конечно, очень хочется, чтобы видеть улыбки на пациентах и слова благодарности. Самое основное. В преддверии вашего профессионального праздника, Дня медицинского работника, от всех жителей города вам огромная благодарность. Спасибо. За ваш труд, который мы не видели. Создавалось впечатление, что он спрятан за 7 замками. Вас охраняла Нацгвардия. И создавалось впечатление, что здесь ничего не происходит. Мы только видели, как росли деревья, как появлялись листочки, как появлялись цветы, но мы не видели вашей работы. Огромная вам благодарность. И
просьба. Поздравьте ваших коллег, ваших сотрудников с этим праздником. Подведите итог такой хороший. В преддверии Дня медицинского работника, конечно, хочется поздравить всех. И врачей, и медицинских сестер, и младший медперсонал, и весь персонал хозяйственной части, которые тоже очень много в этот период работы, нашу бухгалтерию, наш орхметод, кабинет, ну буквально всех с этим праздником, с вашим профессиональным. Хочется пожелать прежде всего крепкого здоровья, удачи, благополучия, счастья, огромной любви. Ну и самое главное, чтобы никогда не повторялось то, что мы сейчас пережили. Ну, удачи во всем. Пусть каждая мечта каждого сбывается. Это самое главное, я думаю. Ну и всем жителям тоже хочется пожелать здоровья, благополучия, удачи. Будьте счастливы, радости и, конечно, хорошего настроения. Спасибо, Лариса Николаевна, за интервью. Но самое главное, это то, что сегодня с легкостью мы можем сказать, что мы победили. Давайте это скажем. Да, конечно, мы победили. Мы победили, потому что мы команда. Мы классная команда. Поэтому спасибо вам за вашу победу. Спасибо за интервью. Спасибо. Всего самого хорошего. Вам тоже всего доброго.